Алтайские спасатели советуют жителям не находиться подолгу на открытом солнце, а водителям воздержаться от дальних поездок. Тем не менее, в расписании рейсов Барнаульского автовокзала жара никаких корректировок не внесла. В целом, в крае уже третий день действует штормовое предупреждение за высокого риска пожароопасности. Только за прошлые сутки в регионе зафиксировали 69 возгораний. Одним из них стал лесной пожар в Новочихинском районе. Пострадавших нет.